Симфонический оркестр Государственного театра оперы и балета «Астана Опера» продолжает радовать любителей искусства, даже находясь на самоизоляции. Музыканты не смогли сидеть дома без дела и решили сыграть увертюру из знаменитой оперы «Кармен», используя не только свои музыкальные инструменты, но и смартфоны, а также компьютеры. Связь настроили таким образом, чтобы дирижера Абзала Махитдинова видели все. Кирилл Васенин, «Время новостей».